Люся, да ладно тебе, ну давай поиграемся, Люся, давай поиграемся. А за что? Давай. Захотел сдыхаться от меня, да? Люся. Надоело мне опу мыть. Люся. Да? Ну, скажи уже, сватов в дом, скажи, притащил. Папаня еще называется. Да. Люся. Папа, лежите и слушайте. Я вам высказываю все, что я думаю о вашем безобразном поведении. Да я понял тебя. Скажи, не понял. Значит, понял, скажи, значит, лежи, сидите, папа, и молчите, да? Можно я поднимусь? Нет. Люся. Под таким весом уже не поднимешься. Люся. Ну давай, все. Мирись. И больше не дерись. Да. Нет, папа, скажи, сначала ты сватов, скажи, больше в дом не таскай. Ой, все, легла. Заснула. Все, актриса. Заснула. Фактически, да? Глазки закрыла, да? Ну, еще не закрыла. Ой, скажи, это же мамочки подсматриваете, да? Нос почесала. Не даете, скажи, вот это вот сыграть. Вот. Да. А если перышком по носу? Блин, зачем это ей перышком по носу? У тебя иногда проскальзывают какие-то такие, скажи. Она три жалуется тебе, лежит, жалуется, требует внимания. Хочет, чтобы ее просто погладили, а ты ее то теребишь, скажи, то еще что-то. У вас что сегодня, лунные фазы не совпадают? Видишь, это же как с женщиной, понимаешь? Иногда просто погладить, спросить, что не так, что купить, главное, чтобы было все так. Не, ну как ее нарисовать? Нет, тоже, вот, скажи, папа, ну что, вот. Скажи, я же тебе показываю, папа, что нужно делать, понимаешь? Нужно блок поискать, понимаешь? Нужно то, нужно все, скажи, а ты по носику погладить, это, скажи, вот это... За пятак, скажи, теребишь. Не надо, папа, скажи, что у тебя нежности нет вообще. Да? Скажи, у меня сегодня такое полнолуние, у меня сегодня такое, скажи, вот фаза такая. Я вся такая непредсказуемая, скажи, такая, да, вся такая капризно обидчивая. Да. А кто виноват в этом? Кто виноват? Ты виноват? Нет, предки. А, предки виноваты. Скажи, папа, ну сделай то же самое, ну уже открытым текстом говорю. Милота зашкаливает. Мама. Что она говорит? Мама говорит. Мама. Люсь. Она четко знает свое имя. Люсь. Люся. Я сейчас засну. Скажи, вот. Папа, вот я тебе показываю, что мне нужно было, понимаешь, чтобы ты мне тоже где-то что-то поискал, чтобы я заснула. Скажи, я так для тебя все. А ты только за нос потеребить. Боже, золотой ребенок, а? Скажи, папа, кто же из дома золото отдает, понимаешь? 3 килограмма. Стекла. 3 килограмма. 3 килограмма чистого золота. Давай, сейчас тебе дам. На. Таня, ну что будем делать с этим? Что будем делать? Понять и простить, что тут можно сделать с этим Карлсоном в юбке. Все. Это она так, друзья, засыпает. Вот этот вот писк такой. Да.
Скажи, наконец-то этот попали. Да ничего я не делаю. Ты зубы показал. Ты улыбнулся, для нее же зубы — это агрессия. Папа, так мало для счастья надо. Обними, тоже обними. Пушистая стала, да? Вообще такая шерсть хорошая. Папа, погладь. Вот уж эти мужчины. Медленнее. Вот так. Медленнее. Не торопимся. Не торопимся. Не, я не... Засыпает ребенок. Медленнее, скажи, папа. Медленнее. Ну, учишь, учишь, ничего не понимаешь. Медленнее и протяжнее, скажи. Не чисти. Вот. Вот. Спокойной ночи, малыши. Глазки уже такие с поволокой. Как ребенок в кровати. Сидите, пациент. Укачать не смогли? Теперь радуйтесь, скажем. Что? Что? Да нет у него конфеты, нету. На обыси. Mm-hmm.